Калишин и Евтюхин. Дорофеев, Путилин. Ну все, мне кажется, ясно в этой встрече. Вне игры фиксирует арбитр и вбрасывание в средней зоне всего лишь за одну секунду до финальной сирены. Ну, мне кажется, в принципе, Геланитов Булатов, вице-президент «Спартака», должен быть доволен исходом этого матча. Ну, вообще он получился и в зрелищном отношении совсем неплохо выглядела игра. Естественно, что и ошибки есть у хоккеистов. Понравилась сегодня игра вратарей. Итак, звучит сирена. Матч между московскими командами «Динамо» и «Спартак» закончился. Ничья 2-2. На этом мы заканчиваем нашу трансляцию из Дворца спорта «Сокольники». Она была организована студией спортивных программ. Режиссер передачи Раиса Панина, а вел репортаж Евгений Майоров. Всего вам доброго. Добрый вечер, дорогие телезрители. Мы хотим напомнить вам, что 20 марта по первому телеканалу Останкино в 15 часов 20 минут в программе «Диалог в прямом эфире» вы встретитесь с президентом Украины Леонидом Макарчем Кравчуком. В этот день в студии с 11 часов 30 минут будет включена многоканальная телефонная связь, и по телефону 217-45-63 вы можете задать вопросы президенту Украины. Я еще раз повторю телефон 217-45-63.